Освоить компьютер и научиться пользоваться интернетом. Многим представителям старшего поколения это кажется невозможным, но современные технологии подвластны любому возрасту. В клубе «Активное долголетие» проходят занятия, на которых учат обращаться с гаджетами на «ты». Подробности в материале нашего корреспондента. Учиться никогда не поздно. Сегодня в гостях у участников клуба «Активное долголетие» глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Зашел поинтересоваться успехами тех, кто учится навыкам владения компьютером. У этой группы второй модуль занятий, и результат уже налицо. Научились печатать, научились цвета делать и шрифт. Нам подсказали, как шрифт. Вот шрифт сейчас сделали. А зам компьютерной грамотности люберецких пенсионеров учат с нуля. С помощью таких курсов они становятся уверенными пользователями порталов и сервисов, необходимых для записи к врачу, оплаты услуг ЖКХ и других востребованных услуг. Занятия проходят по модулям, модуль на год. 6 модулей, знакомство. Вот сейчас у нас второй модуль идет, работа с текстом и Excel. Вот. Дальше у нас будет выход в интернет, работа с презентацией будем делать. Ну и, конечно, по требованию. То есть, если кто-то приходит с определенным запросом, естественно, работаем по запросу. Занятия проходят в библиотеке «Бригантина» каждую среду в 15:00. Один урок могут посещать до 10 человек. Чтобы увеличить количество учеников, в ближайшее время здесь установят еще 3 компьютера. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.